Очередной монтаж через лоджию. У заказчика рабочий кабинет находится на балконе. Чтобы он не болел, он монтаж предусмотрел в комнате. Внутренний блок вот так вот у нас сделан. На балконе пришлось, чтобы заказчику не мозолил глаза кабель-канал 60/60, пришлось резать пенопласт. Так это все выглядит. Вот. Наружный блок, соответственно, поставили под окошко, чтобы было удобнее обслуживать.